Всем привет! Меня зовут Ярослав. Привет, Ярослав! Здравствуйте! Меня зовут Сережа. Я сижу в жюри и вместе с моими коллегами принимаю решение, пройдешь ты дальше или нет. Ходят слухи, что мы здесь вызываем всех вас на сцену, чтобы найти у вас якобы X-фактор. На самом деле я тебе открою правду. Все на самом деле совсем не так. Мы ищем нового Ива Бобула. Скажи, ты готов стать новым Ива Бобулом? Безусловно, конечно. Что ты будешь нам петь? Я «Пятый элемент» буду петь. Ну так пой. Ярослав, этот замечательный голос, друзья, называется контртенор. Просто чтобы все знали. Конечно, это было удивительно, это феноменально, это уникальный голос, редкий, редчайший, я бы даже сказал. И я думаю, здесь не может быть никаких сомнений. Такой голос единственный на нашем шоу. Я говорю «да». Спасибо огромное. Ярослав, голос действительно уникальный. Было очень-очень-очень красиво.
Я, правда, не знаю, что дальше делать с таким голосом в шоу «X-Factor». Но в надежде на то, что вы нам продемонстрируете все четыре свои октавы... Вы этого хотите? Но только попозже. Я скажу вам. Да. Спасибо большое. Ярослав, впервые в моей практике человек спел таким живым голосом, что отказала даже фонограмма. Она не выдержала соперничества с живым вокальным органом, мощнейшим, которым ты обладаешь. Я говорю тебе да. Спасибо большое. Вважається, що я в нашому журі найрозумніший. І тому я найпершим зрозумів, що треба сказати так. Спасибо большое. У тебе чотири так. Спасибо. Здравствуйте ещё раз. Ну, мальчик мой, что я хочу тебе сказать? Вот так удивил. Спасибо. Я так волновался. Я думал, мне все скажут нет, потому что... О, это не формат. Спасибо мне. Действительно, очень... Не знаю. Теперь расскажи нам правду. Мама сказала, что 2 года она не слышала. Она была шокирована. Сказала, что для нее это сюрприз, то, что ты сделал сейчас на сцене. Как это получилось? Почему ты скрывал от мамы? У меня была очень сильная мутация. У меня несмыкание связок было. И вот буквально недавно я запел. Мне... Голос и баритон, и тенор, как угодно могу петь. Ну, тут я решил 5 элемент спеть. Умница, молодец. Спасибо. Я тебя просто поздравляю. Супер. Спасибо. Здорово. Большое. Спасибо большое. Я вас поздравляю, молодцы. Я жду дальше вас теперь. Силы для конкурса берегите. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.